Должников по алиментам становится меньше. Это результат эффективной работы специального комплекса. Об этом главный пристав Чувашии Анвар Закиров рассказал главе республики. На встрече обсудили итоги работы за 9 месяцев этого года. За 9 месяцев этого года судебные приставы республики взыскали с должников более 4 миллиардов рублей. И это на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Сумма, взысканная по алиментам, тоже за 10 месяцев составляет уже порядка больше 130 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году. Мы эту работу также продолжаем. Понимаем, что работа нужна такая планомерная, точечная, с каждым производством. Быстрых результатов не ждем, но настроены на продолжение этой работы. Еще одна программа, эффективность которой налицо – дорожный пристав. За 9 месяцев совместной работы сотрудников ГИБДД и приставов были арестованы почти 400 машин. Взыскать удалось около 8,5 миллионов рублей. У нас была просьба рассмотреть вопрос о возможности приобретения вот такого дорожного пристава, да, вот этого комплекса за счет бюджета республики. Потому что вот этот комплекс «Дорожный пристав», он стоит порядка 600 тысяч рублей. Фактически готовы за 2-3 проведенных рейда окупить полностью стоимость вот этого комплекса. Михаил Игнатьев отметил высокую эффективность работы судебных приставов. Рассчитываю, что взаимодействие консультирования с другими органами власти, органами местного самоуправления, мы здесь практически будем также жестко работать.